Волейбольная сборная «Юга» «Динамо Казгурт» завоевала первое место во втором туре чемпионата Казахстана среди мужских команд высшей лиги. Турнир, который проходил в Павлодаре, собрал 8 сильнейших команд Казахстана. Переиграв сборную «Семей» в полуфинале, южане получили шанс бороться за первое место. В решающем матче команда «Динамо Казгурт» разгромила алматинскую сборную. Мы сейчас за первое место боремся. Алмата, «Семей» и мы. У нас сейчас 6 очков разница, мы оторвались на 6 очков. Третий тур будет проходить город в Алмате. Ну, надеемся в этом году стать первым. Сборной Южно-Казахстанской области, в отличие от других команд высшей лиги, иностранных легионеров нет. Несмотря на это, на республиканских турнирах южане традиционно занимают первые строчки. Все дело в том, что в команде играют талантливые ребята, говорит тренер. Команда очень хорошая, но в этом году нас хорошо спонсируют. Взяли ответственность департамент внутренних дел. Спасибо Оспану Аскару Шувашевичу. Состав очень хороший, запомнил. Скоро вот собираемся на сборы поехать. Там будем усердно готовиться к третьему туру. Впереди у волейболистов еще 3 тура республиканского чемпионата. Примечательно, что 5-й финальный тур казахстанского первенства пройдет в Шымкенте.